Хоть комнату посмотрели, да. Чего не смотрели? Просто бегаешь и все. Полюбовались красотами природы. Самая легкая фаза, блин, последний. Не, ну так тогда можно было. Там сколько? 5% не хватило, да? Там 20 лямов у него было еще где-то. 14% было, по-моему. Адмирал, ты перед Настей хвастаешь? Нет, я говорю то, что не отчитывает, вот нету тут слова сила. Ой, тьфу, да, просто слово сила. Символ есть, слова нету. Сопрота 13 минут, у меня тоже нету. А долго будем еще ждать? Там пианист отошел. Так, да, я получу уже на завтра перенес. Да, нет, сейчас. Они придут завтра, я тебе говорю. А завтра нахуй ты хуй людей даже. Сейчас люди уже выкупили, смотри, дошли, я сейчас будет. Завтра приду. В смысле, на самом деле, много фишек. Вот ты дымажишь и, блядь, учишься прям на нем дымажить. Ауди готов? Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Че, Мишинер откатился? Рано, подожди. Через 20 секунд начнут и на разогрев. Адмирал, тебе надо, короче, рыбу под собой ставить. Одной рукой жрешь, другой... Расходуешь. Кстати, да, давай сейчас. Ага, нет. 30 секунд. Блядь. А ты всегда по часовой водишь в комнате? Да. Все, Адмирал, начинай щиты раскидывать. Сейчас. Рано. Ядра сейчас польются, ты че? Сейчас, блядь, по 2% улетает. У меня бывает мышка в центр улетает. Стоишь, ебаша. А, у меня интерфейс забаганный, ёб твою мать, я забыл релогнуться. У меня Враска, Эрнест и Женуэн остаются без щитов на весь бой. Ну, обойдется, а Женуэн так точно. РДД. РДД. Враск, чума. РД. РДД. Эрнест, чума. Мелики. Я повис. Мелики. А как же Инар? Амансить. Тума Никитос. Никитос. Пойдите, а чё вы как дерьмо-то размазали? Резко. Там какая-то сова повисла. Коль. Это одноразовый маг. Терялась чума? Адмирал. Там чума возле милик.
9 стаков. Миша, ты отвис? Да, он же РДД. Почему чума гуляет по рейду? Да потому что, блядь... Да ничего. Ч... База. Нилики, выйдите со сферой. Есть у тебя чума там? Да, Зонный, уйди со сферой. Сферой. Все под босса поближе. Здрасте, здрасте. Все длинные. Аккуратнее, аккуратнее. И вы прыгаете. Что там, осквернение? Да. От кого осквернение? Провокатор. И провокатор вроде плюс-минус разлил, но потом кто-то там остался. Сова со мной в одном фрейме бежала. Так мне только конечно до тычки достало. Линканить все урон от луштики. Есть? Как это в скаде сделать? В скаде есть, но... Знает. Блять, вы что такие непонятливые? Серьезно. Осквернение, если не на вас, то смещайтесь в центр. Хули вы, блядь, бегаете нахуй по этим краям? Зачем? Хули вам там делать вообще? А вот ты понимаешь вообще до пизды. Сука, такая вроде, блядь, элементарная вещь, нахуй, вот на этой хуйне мы вайпнулись уже раз пять. Кожик, там же Вагабон, смотри, стрим смотрит. У него спросил. Точно, стрим записанный же, ёпта, мы чё мы тут тупим-то? Секунду. Понимаете, лес. В луже нельзя прыгать, когда ты прыгаешь, она ещё больше разрастается. Что такое сказал? На Сиросе можно. Да, везде можно, блядь. Кто вообще придумал такое прыгать? Да нуб какой-то придумал. Рыбу. Кто там был? Сейчас смотрю. Я пока сел рыбу есть. Сложно сказать, кто там был? Кто в луже прыгал? Не хотят сдавать своих. Сова с посохом. Какой... Остается... 22 был. Если какой... говорят кто, значит двум по тысяче. Какая... Я был там рядом, но меня на четвертой тычке достало, потому что там кто-то еще был в луже. Кто еще сова? Гунстева? Гунвеста. Гунвеста. А еще кто сова? Ну, если смотреть по рекламу, нет, больше полученный урон, это уже, наверное, у него 87 тысяч от осквернения. Там сова была с посохом, который с шлемом.
Кладбона. У Кладбона 80 тысяч от осквернения, у остальных по 40. Кладбон, в смысле, я вообще в другую сторону держался. Сканску дайте, пожалуйста. Секунду. Это Гангвеста натупил, но... Я вам объясняю, то, что мне только на 4-й тычке достало эту лужу. Так кто-то в ней там скакал или что-то делал. Да, это фарад. Плак-плак. Начала тикать, кстати, мне почему-то показалось, что кто-то вернулся. А там и бесовые были. Одна вправо, да, другая. Прилотнулся. Ну че, ладно, я понял. Пока, у меня отбагал. Пошла рестор шаман, две совы и провокатор по 1000. Иногда я рад, что я вылетаю. Не можете нормально сказать. Не знали, не пускали. Адмирал, где щиты? Щиты. Есть щиты. Троих не успел. Милики, РДД тоже. РДД. Настя чума. Угу. Беги ты-то, блядь. Маленько, к сожалению. На офтанке. Миликов сразу диспозит. Милики не убивают. Что не выносить? Ауди чума, РДД. Не надо. Ауди бей, не надо. Убивай. Сейчас ловушку будут приведут. РДД. 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 Меликов тоже двигает. Спел. Пока тут чума. РДД. Испальте его так. Спел. Раску диспел. Маны нет. Им на ману и кончику, да? Да ее. Где чума, что ли? Я делаю. Да сейчас тогда. Захильтесь. Захил. Диспел, адмирал. Правда. Кубик на голове. Сфера активнее.
Даже 4. По хулипалу дайте иннер один. Стали за лича, гневного добиваем. Забираем. Настя за лича. Разбежались. Где Валь? Сквернение. На Вахтан. Мало круг набрали, сейчас будет смешно. Че, забирать тебя? Выбирай. Никита, сдвинься на эту сторону. Вальки, осквернение. Нежное. Че побои? Харсиз. Сахсова. Еру. Это надо. На центр видите. Оскорнение опять. Я сначала. Сначала лучше. Провокатор. Вальки сейчас полетят. Центр. Флэтбон Дженуэна. Ром залейте. Локов прохильте только. Не теряйте их. И нора по адмиралу. Лока прохильте. Сквернение 5. Дедлайт прохильте. Центровый. Мне. Там. Идем в центр. Стали за спину, сейчас вальки. Сейчас заберу. Забираю. Более в одну полоску станьте. Разбежались, ромб разбивайте. Сквернение. Кладбон. Локов прохильте. Смежная будет потом по малому кругу. Малый круг. Япончик. Бежались под спину. Лока прохилит справа там. Да разбить валикой и перевести на могу. Нехорошо у тебя. А вы как-то так поставили, блин, спиной четко в лужу? Да. И командуете, блин, встать под спину. Выпрыгиваешь с вальки, сразу упрыгиваешь оттуда. Отклонение. Секунда. Шел. Визор. Второй. Центр немного. Играть плечу. Сейчас вальки по малому кругу стали. Вальки схватит, потом пере. Пол процента. На край уже быстрее. Ушли на край. Да, блять. Мастер Аллар по льду. Дал прожим. ХП нету. Нормально. Я почитаю, мне сейчас доп хп. РДД активнее по шарам. Мана нету. Мана потом сейчас сдам. Так, я пока гимн спою, пока есть возможность. Че, фуловый.
через 18 секунд тоже на ману. Ребят, у нас идеальный трайд. Так, не сглазь, блядь. Так, тихо. Давай только в комнате, хорошенько там. Хорошечно. Ставишь сферы, сферы, сферы. Сферу залилить. Перевязать. Сферу сейчас залить. Две сферы. Сферы. Бежим, не бежим. По спину. Чешку отдаю. Угу. Все, отдал чешку. Звездочка, звездочка где? Быстрее, быстрее. Быстрее побежали. Везде, в углу. Пошли. Перебежали. Ой-ой-ой, не лагай, пожалуйста. 5 секунд. Выход 3 секунды. Бежали сразу же. Снотворный. Глыба. Играем по лечу. Припол. Глыба портал ввожу. Сначала осквернение, потом убегаем под леча, только осквернение. Не, нет, 3 секунды. Денчик. Ушел с центра нахер. Сейчас духи будет вызывать. Духов вызови, слег перетанчишь. Ушли на другую сторону. Когда выйдем к глыбе. Играйте по духу, не забывайте про них. Выход 4 секунды. Денчик. Ушли из осквернения. Ебать. Захильте. Умоляю. Танка. Тихо. Всё, так, за спину. Подниму Никитоса. Зовет. Приводите босса. Вернение. Бежу. Каску по хантам дайте. Дороги. Вернение, отошли. Угу. Че, я похлопаю, да? Тихо, блядь. Че ругаешься? Дам тайфун. Сглазит, ты че, ГП? 10. В режимах нету танка. Именно ману читаю. Блять. Тихо вы! Пьяна, заткнитесь, пожалуйста. Отдаю чешку. Либерсы 3.5 минуты. Лучше пробежать. Быстрее, быстрее. Выход 3 секунды. Враска. Ушли! Ушли!
Иди нахуй, просто, иди нахуй. Что самое интересное, все бежали прямо рядом с ним. Да. Не от него, а рядом с ним. Надо от него бежать. Как он бежит, так и все остальные бегут. Не, ну это все. Это, бля, я заебался уже спать. Это осквернение головного мозга, ну. У человека просто. Да нет, там не один человек виноват так-то, это надо понимать. А реально, а что бежать над башкой черепок у человека? Почему нельзя черепка нахуй просто как таракана от фонарика? В чем проблема? Черепок. Все бежали рядом с ним. Почему мне ГП? Блин, я увидела, черепок развернулась вообще на пятках. Хотя тоже бежала рядом. Радон ставить, который тики считает. Пианист, а почему ты мне ГП дал? Потому что ты его хуёво вынес. Ну вообще по-хорошему, реально одному человеку с осквернением проще отбежать от толпы, если ты видишь, что вокруг тебя бегут. И от твоей балды появляется чуть-чуть. Ну если у него тапки есть, то да, проще. Если мышка есть или клавиатура, что-то из этого. А разворачиваешься, если... бежишь просто в другую сторону. А если тапок нет, и с тобой одновременно в твою же сторону бегут 5 человек, то тебе ничего не поможет. Ни мышка, ни клавиатура. Это инфосотка. Начать от них бежать, противоположно от них стороны. Они бегут в одну и ту же сторону, они если не разворачиваются, с принципа. Они в одну сторону одновременно бежали. Ну, а ты можешь бежать в другую. Да там на стриме видно. Ты можешь убежать к ближайшему обрыву. И не, люди, получается, отбегут от тебя. Да, на стриме видно, как все побежали, к примеру, от обрыва, и ты... Ладно, от обрыва. Я еще раз повторю, я считаю, вот ну лично мое мнение, что если есть тапки, то да, можно. Если нет тапок, один человек здесь не виноват. Виноваты все. Тапки разливают осквернение прямо вот там, где ты дюзаешь. Нет. Могу скинуть так видео с тапками. Смотри, вот где находишься ты во время, как только на тебя повесилась метка. Видишь, у краешку. Ты подбегаешь к краешку, и тебе плевать, кто там, что там. Все бегут от краю, и все хорошо. Лёха, у меня предложение начислить хотя бы по соточке ЕП тем хилам, которые на прошлом трае вчетвером хилили. Они, в принципе, хорошо. Да за синдро даже не начислили. 4 хила почти до самого конца выхилили. Там Никитос пошел. В принципе, все убивается, просто в следующий раз люди разбегутся получше и будет убийство и все. Как запись поставить у тебя тут? Сейчас.